такой вот у нас яичко. Вот, люди боятся коронавируса, понимаешь? Дед с тележкой как-то что-то, вот, он требует денег, кричит, дай мне денежку. Ну, не знаю, я сначала думал, что это пчеловод, на самом деле нет. Просто вот до чего маразм уже, шиза дошла. Понимаешь, вот сверху у него дед-фильтр. Понимаешь? Вот такая хрень. Все нормально? Вот так, покажи пальчик.